плохой погоды. Так боюсь, руина, пацаны. Вот заруинят мне игру, что я буду делать? Я ж никогда не подниму. Я тогда тебя слышу. 3500. Бедный СФ. Бедняжка, он походу не в курсе, куда он пришел. Он не в курсе, что это центровая линия, да? Ты не в курсе, что это центровая, братик? Что по душам? Этот крип на рофле, он из 4 ударов попал один. Что там, 0 душ говоришь, брат? Сейчас кайлы. А, первый левел. Кайлов нет, сори, забыл. Сейчас кайлы пойдут, все, сейчас кайлами будет фармить. Потому что у него дела как бы не очень хорошо, по-моему. А вот и нет. Давай кайлы, брат, 0 душ. Вторая минута, парень еще крипов не нюхал в игре. Братиш, что насчет пофармить? Может быть, кайлец уже пора? Нет? Ну ладно. Бля, может он в прикол играет? Ему нормально, у него челлендж, типа, добить на миде 0 крипов. Бля, он реально рофлит. Третья минута пошла, парень еще не нюхал крипыша даже. Может быть, Койл? Омник, зачем ты к нему пришел? Омник, наверное, расстроится после того, как будет помогать СФу. Расстрой. Брат, ты зря на стриме спалил, где у меня обсервер, у тебя СФ с нулем крипов, братиш, до сих пор. Я хочу тебя расстроить. Ты не тому помогаешь. Понимаешь? Ему нет смысла... Блядь, пацаны, они вообще дебилы. Они не понимают, к кому они пришли. У пацана первая душа, третья минута, алло. Зачем вы триплой стоите, помогаете ему? Ему уже не помочь, его не спасти. Его не спасти, пацаны, уходите, бегите, глупцы. Вторая душа появилась, вы понимаете, что это как бы значит? Просто гангеры. Давай кайлом фарми. Не? 6 душ уже, охренеть, задрот какой. Что тут вообще происходит? Жесткий G, спасибо огромное за подписку. Добро пожаловать на канал. Дай кайла. Не хочешь? SF, левел 3, у меня левел 5 почти. Блин, ну они расстроятся, наверное. Они тут пришли SF помогать, а у чувака вообще все как бы крайне печально. Спасибо за подписку, крысу в чат. Welcome, брат. Как говорится. Блять, он даже тут забрать не может крипа, боже. Это может СФ из 2012-го, 11-го? Потому что он очень по геймплею прям похож. Три, когда бухла стрим. Я не бухаю на стриме, я уже 100 раз говорил. Спасибо огромное за подписку, товарищ White пломбир, белый пломбир. О, подсос прибежал, руну забрал. Ну, молодец, забирай. Спасибо за подписку, я ж не бухаю, братиш. Главное, что он меня с 3 кайлов не задушил. Потому что, знаете, каким бы хуёвым ни был СФ, кайлы у него бьют больно. Маны нет. Очень больно бьют кайлы. Блин, тут еще подсос на умнике бегает. Руны собирает, понимаете? СФ левел 3. 4. У меня 6. Печально. Так, что ты это... А, Stray228, best streamer. Спасибо еще за подписку. Ты уже 2 прайма наобузил. Я тебя поздравляю с этим делом. Спасибо огромное за поддержку, братиш. Крысу в чат, встретьте. Так, ну и что, ребят, маны мало, конечно. Маны мало и кура нужна. Вообще, СФа пора уже делить.
Вообще, ух, что он там, он квиллу хочет, у него там танго, фласка. Вообще, вот, когда вы покупаете танго-фласку на мид, и если у вашего оппонента нету хила, вы должны с ним меняться, понимаете? Вы должны смотреть, сколько у него хп, не надо, сколько у него хп и сколько у него хила. Если хила нету, вот в моем случае, у меня ни фласки, ни танго, вы должны меняться и как бы разменивать хп противника на свой хил, потому что у меня хила нету, и меня можно было спокойно напрячь. Отличная руна. Два телепорта на мид, скриньте. Это ФБ. И ни одного телепорта на мид. Блин, пацаны, я вам, конечно, говорил, что у вас СФ слабый на миде, но вы прям на него вообще забили. Неуважение какое-то. Даже ни одного ТП не дали. Прикиньте. Ни одного ТП не дали на мид, охренеть. Я думал, сейчас 2 ТП будет. ФБ была. Прикиньте, ФБ на 6-й минуте. То есть никто не умирал. Даже на 7-й уже. 7-я же минута началась, правильно? Вообще никто не умирал. Это странно. Обычно к такому моменту уже все умирают. Так, оно, у меня пока ДД есть, надо побить. Все, четко. Еще и 8-й левел почти возьму. Все, погнали. Так, капли делать не будем, потому что я считаю, против этого СФа капли нам вообще не нужны, потому что СФ тут идеальный. Очень идеальный. О, второй левел бегает Омник. Странный парень. По-моему, он сейчас умрет еще. Добегался молодой. Так, что нам надо? Fairy Fire продавать, уже не нужна эта помойка. Сентрик оставлю, потому что, ну, на мид можно ляпнуть, чтобы Рики не вейл. Дай ракету ему. Да и ладно, не надо, я сам убил. Блять, Виверна. Просто Виверна с плюхи убила. Вот и трипла на миде организовалась по-бырому. Вот это узнаю свой мид, 3 на 3. Пацаны, верхний шрайн хочу припить. С удовольствием вообще выпью. Да-да-да, стой, конечно. Давайте шрайн, кому надо. Иди сюда, оставь руну только в банку. Прибавка к пенсии, плюс бабос. Почти, кто руну уже забрал? Кто-то уже руну свистнул. 8-я минута, руна где-то, подожди, снизу могла быть. Все, я сам постою тут. У меня тут тоже тиммейты есть, братишки мои. У меня тут тоже тиммейты есть, понимаете? Это вам не 3 в 1 стоять, как обычно, сука. Не 3 в 1, пацаны. Это 3 на 3 мид, здравствуйте. Хорош, пацаны. Понимаете, они тут бегут чисто СФа охранять. Рики, Омник. Расслабьтесь, ребята. Тут тоже команда присутствует. Ребята тут тоже выиграть хотят. Что там по СФ у него? 0-3-0, 6-й левел. Дайте посмотреть. О. Не, ну Герыч должен уходить, по-моему. Герыча тяжело убить. У него 7 армора и 740 хп. Но у него, знаете, вот у Геральда хорошие показатели по статам. Герой такой, он плотный. Вот Герокоптер плотный такой персонаж. Его тяжело бить. Так, СФа не вижу. Кстати, я знаю, где СФ, пацаны. Не надо только говорить, что у меня мапхак там и так далее. Я просто знаю, где он. У меня чуйка на таких СФов еще с 2011 года. Я знаю, где обитают они. То есть надо просто полететь вот сюда. Вот сюда и побежать. А, он убежал уже. Слышь, юзай шрайн. Это развод на шрайн, братик. А, ты шрайн не хочешь юзать? Опять Виверна автоатакой убивает людей. Да что ж ты делать будешь? Что вообще происходит тут? Стрей 228, BS стример 1. Братиш, а... Блин, оставь, я возьму. Братиш, а ты долго обузить будешь? Ты не устал?
это уже третий обуз твой за последние, наверное, минут 15-20. Спасибо огромное, конечно же, за подписочку. Вот, ну ты жесткий. Крысу в чат, ребят, встретьте абузера. Ладно. Где-то тут воняет этим черным лесником. Ох ты, блядь. Я тебе пофармлю, сука, лес. Я тебе пофармлю, лесочек. В леса он, значит, сука, пошел. Так, что тут? Вой девятый. Блин, брат, я иду, конечно. Но ты должен начать без... Я не знаю, блин, как это будет выглядеть. Но мне кажется, что все плохо будет. Давай. Не, реминант не успел взорваться. Ну, это сложно его убить, пока рчида нет. Блин, ну знаете, шторм сейчас, конечно, дэмэдж с реминанта огромный. То есть 305 с Каей. Сейчас я возьму еще талант на 15-м на дэмэдж реминанта. У меня будет реминант дамажить 400. Это как бы нормальная тема. Это не маленький дэмэдж. Для скилла, который кдшится 3,5 секунды, еще и ауешный, 400 урона, это очень много. Stray, give me Arcana, please. Блин, спасибо, брат, за донат. Но Аркана, блин, зря ты у меня баунти забрал, ну ладно. Но Аркану, если выиграешь, то возьмешь, конечно же. Но учитывая, что ты праймер, а праймер всего лишь один выигрывает Аркану, то я даже не знаю, шансы у тебя не особо высокие. Но ты же абузер, правильно? Стрей, скажи, что комменты читаешь. Я читаю комменты, я читаю, что вы пишете в чате сейчас. Ну, табаюсь просто, если я не отвечаю, это не значит, что я не читаю. Просто пока не на что отвечать. За донат, да, за подписку, ребят. За подписку, конечно же. Оп, жучок. Давай, оп. Хорошо, где черный? Опа, 8-й левел. Под ним Рики стоит в инвизе. Без сомнений. Давай. Сейчас подойдет Кайла, давайте мы его прижучим. Сейчас, тихо. А, походу у него вижн стоит. У них обсервер, возможно, на нашем КГ. Сейчас я пробую проверить это. Сейчас проверю наличие обсервера. Скриньте. Обсервер стоит. Не, не стоит. Но стоило проверить. Вашу верхнюю башню атакуют. Хорош. Бедный СФ. Его уже не только я душу, его уже моя команда душит по лесу. Так, 308 у нас дамажит реминант. Дай привет гвоздю, Стрей. Гвоздю? Это кто? Он тебя сидит, смотрит. А сколько ему лет? Сколько лет гвоздю? 23 ему. 23 гвоздю. А почему он гвоздь? Фамилия Гвоздев какая-нибудь? Он со двора. Нет? Почему он гвоздь? Откуда пошла вот эта вот? Со двора. Ну и что, со двора, значит, гвоздь сразу? А почему я не гвоздь? Я тоже со двора. Не, ну что ты смеешься? А не над этим. Не, так почему он гвоздь? Ты так и не ответил. ХЗ, вот во дворе его назвали гвоздь. Гвоздь, он худой? Или может быть это его девушки прозвали гвоздем? Ты никогда не узнавал у своего друга, почему он гвоздь? Тебе что, не интересно было? Я с Челиком на Вэдди вчера играл. Он слил мне игру на Клингзе. Ёбаный Акбайер. Свой дом. Плюс 300 просто приехало, ничего себе. Саня, спасибо за 300. С Челиком на войде. Ну, ты меня обрадовал, значит, у них на войде валет играет. А это значит, что это изи катка, потому что, учитывая, что у них СФ, фидер. И Войт еще, который, в принципе, пока не фидит, у него 2-0, слышишь, что ты рассказываешь? Он тащит катку, он... своей команде. Сейчас придет на меня купол поставит, банк сорвет. Вот скрин. Так это и будет.
Просто скринь. Вот я умру, а твоя еда в куполе. Первая смерть будет моя. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Аккуратно, Геральт. К тебе зашли. Там умник ходит, я не полечу. Ку, стрель. Здорово. Я твой кумир. Не играешь на кумне. Что это думаешь, да, о герое? Насколько профитно на три каретинги играть через медовую расшить догон после того? О, конец прослушал? Я отвечу чуть позже, брат. Я не устал, стей. Санейка подписался еще, ничего себе. Спасибо огромное, ребят, за подписочки. Ребят, крысу в чат, у нас просто пачка сабскрайберов подъехала. Подъехали молодые. Спасибо, спасибо за подписку. И Санейка. Санейка, welcome. Крысу в чат, ребятки, встретьте. Спасибо, ребят, огромное за поддержку. Надеюсь, вам понравится здесь, и вы продлите. Продлите. Welcome. Иллюзии. Блин, пока я не буду нападать ни на СФ, ни на кого, потому что, ну, это грязный байт. То есть, видите, они уже по двое ходят и фармят вдвоем одну точку. Тут Рики был еще. Хотели меня взять, понимаете, крысы? Крысы хотели меня взять. Вот сучары. Оркид Малеволенс. Нравится, блядь. Дух идет. Блин, там Феня Вейл делает. Будет больно. Стопэ, птица. Ревенант 411 урона, пацаны. Просто Кая плюс 15 левел. Скилл наносит 411 урона магического. Это при том, что этот скилл кдшится 3,5 секунды. То есть ты даешь 2 ревенанта, ну, грубо говоря, если ты юзаешь вортекс в драке, то, по сути, считай, ты даешь 2 ревенанта. Ты 2 ревенанта, это дэмэдж ульта Леона, чтобы вы понимали. Просто ульт Леона с кулдауном 3,5 секунды. Охренеть. Ну сейчас, если эта глупая птица сюда портнется, мы ее быстро сейчас оприходуем тут. Давай, глупая птица. Аккуратней, пацаны. Я птицелов. Уйдите, уйдите, парни, они все... Ой. Блять, ну девочка может умереть. Отойди. Мана есть? Ты можем. Я шулово. Зачем ты заморозил? Я живу. Наверное, не, не живу. Блять, плохо, что от Рики уехал. Лучше бы я от башни умер. Ну, пойдет. Ну, надо было мне, наверное, не суицидиться. Потому что я понимал, что это, скорее всего, суицид. Но я очень хотел убить Омника. Ну, из-за меня плюс дали 830. Это, типа, не 200 крипов. У тебя 200... А, подожди, у нас тролль есть. Охренеть. Слышь, а что ты не ультовал в драке, брат? Или ты ультовал, я не видел. Блин, тут драка прошла. У нас тип пишет 200 крипов. Зафармил. Олежа, а ты был в Одессе или в ближайшее время будешь в Южной Пальмире? Что-то у тебя вопросы странные. Ну, в Одессе был. В прошлом году нас собирали, ну, типа, стримеров собирали в Одессе. Мы там на 3 дня, в общем-то, были. Вот, был в Одессе, да. Блин, если у Рики, короче, диффуза начнут появляться... А, не у него, он меня убил, диффуза купил. Классика. А у Рики диффуза. Это просто классика.
Убиваешь стримера, получаешь слот. Блин, а мне БКБ нужно так-то, потому что меня сейчас Рики будет сам убивать. То есть он просто будет давать диффуз, тучку улыть, все. Получи десятый. Блин, боюсь Рикимару. Вот реально, кого боюсь, так это Рикимару. Заканчивайте, пацаны. Войд без купола, кстати, даю инфу. Пора полететь, зарубиться. А, заруба закончилась. Ну ладно. Мне еще урок. Лезешь по шрайн. Ути-пути, блять. Птичка, сука. Ути-пути. Я, наверное, задолбал этого Феникса. Я его два раза подряд уже убил. Он, наверное, немножечко грустный. Короче, надо улетать, потому что, по-моему, за мной Рики еще бежит. О, это кто такой красивый? Так, все. Бладстоун есть. Соответственно, что? Соответственно, сейчас умрем, скриньте. Сейчас точно на смерть иду. Ути-пути, крыса, блядь. Давай, давай, давай. Блин, Бладстоуна не было. Так бы зарядики подъехали. Что, может, купол поставишь на меня? Куда ты там? Что, побьешь меня? А, я умер. Бладстоун купил. Сразу обновил. Это моя игра, пацаны. Я сразу вам сказал, что сейчас он был. Сэм. Здорово, Картман Индус. Ой, собака. Кто? Тьфу, извини, арена. Ой, блин. Баш! Здорово, крыс. Баш, 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 баш! Баш, 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 баш! Хорошо. Рики, Рики сейчас будет. А? А? Вижен наш нету. Вы шо? О-о-о! Спасибо огромное за донат, братиш. Блять, я всегда не могу дасты найти, пиздец. Вот сейчас бы купил дасты, полетел бы, убил. Но почему дасты в какой-то помойке? Ой, хорошо как. Ладно, я, короче, вернул себя. Вернулся, а ну. А ну, пацаны, вот сейчас надо, знаете, сейчас важный момент. Сейчас надо птичку подбить. Надо узнать, куда... Не, птица не... Нет. Я знаю, куда Войд полетит. Пацаны, знаю. Вот серьезно говорю. Вот прям знаю, куда Войд полетит. Смотрите. Вот сюда. Ждем. Главное ждать. Главное подождать. Он тугодум просто. Топ ДД. Даем инфу. Что на топе ДД? Ху-ху. С
Сколько у реминанта важно? 415 уже. Вот тут, пацаны. Вот прям вот на этой точке сейчас будет твориться история. Вы должны это понимать. Смотрите внимательно. Вот на эту точку. Ну, я пока там бегаю по карте, вы смотрите на эту точку. Просто смотрите на нее, и все. Смотрим, ребят. Эту точку будет бить с инвиза SF. Прям с Shadow Blade удар будет. Просто вижу сквозь мапу. Смотрите. Внимательно, ребят. Сейчас слышь, я пока. Ага, тут точка. Внимательно. Сегодня праздник у девчат. Пашкентий 24. Сегодня будут танцы. С днем рождения, струя. Братиш, спасибо огромное за поздравление. Очень приятно. Ты первый, кстати, кто меня сегодня поздравил. Спасибо, братиш, спасибо. Раз в году все-таки днюшка. Ребят, смотрим сюда до сих пор. Я это все видел еще давно. Я давно еще видел и знал, что будет на этой точке. Просто смотрим на нее. Надо БКБ делать. Все, посмотрели? Посмотрели и хватит. Я полетел, но он его подсейвит. Он ему даст репел, там хил, но... Ебать, ковырять. Вы что, ебанутые? Брат, ушел. Хорош. Слышь, они, походу, этот план продумывали очень долго. Это был план по байту. Походу, не одни вы, ребят, смотрели на эту точку. Еще там крысы со стрима завелись, и меня решили забайтить. Но, знаете, есть такая информация, что от судьбы не уйдешь. Понимаете, что вот от судьбы не уйдешь. А судьба у него сдохнуть в муках. Вот в этой точке, прямо где башня была, вот на этом пеньке. Смотрите. Почти. От судьбы не уйдешь, братишка. Что такое? Ты ебаное животное, говорит, отстань. Ну, братик, не злись. Главное не злиться. Чё, зачем вот эта вот злость какая-то? Хороший баш. Качественный. Ну ладно, мы примерно, вы понимаете, да, что мы уже наметили жертву в этой игре. Мы нашли, так сказать, слабое звено в вражеской команде. Именно слабое по морали. Вот, поэтому теперь мы за него беремся. То есть главное по морали слабых ребят надо минусовать. Ну-ка, покажи мне телепорт на шрайн. Не хочет показывать. Ну ладно. Короче, нулец продаем. БКБ плюс. Все, там сейчас замес будет. Рики думает, что от судьбы уйти можно. В натуре можно. Ебать, хей, хельп! Так вот ему и надо. Ебашьте своего собрата этого. Что ты там будешь еще реминантики вешать? Ой, репелы давать, точнее. В Shadow Blade. Стопы, птичка! Трипак. СФ убежал. Дайте БКБ мне. Стрейка тебе, мой сейф. Вообще ты красава, кстати. Это лучшая виверна за последние 2 года, которая со мной играла в команде. Я ему арчит дам сейчас. Отлично. Хорош. Сейчас СФ будет ульт крутить, держу в курсе. Центральные казармы противника разрушены. Да пусть тролль трон сломает. Смотрите на этого дурака. Оно ж больное. Сейчас с ульта СФ умрет. Делайте скриншоты. Называйте меня Олег Пророк. А, там СФ Дуримар. Смотри, что горит жопа у меня. Конечно, Феникс под вейлом нормально насаживает. Вот это время яйца, какушки свои откидывает.
И просто больно. Ребят, давайте отойдем. Там Рики, байбек. Я только заряды на Бладстоуне восстановил. Есть форстах? Да ничего, братиш, ничего, все будет хорошо. Яростный блядь, хомячок блядь. Отфидел. Тебя сейвил, ну, блядь. Я такой, блядь, тролль. Олег, ты же говорил, что Бладторн бесполезен на шторма, а сам собираешь на него. Ну, я Бладторн делаю в одной из 10 игр на шторма, на самом деле. В одной из 10 игр, да, я собираю Бладторн, но другие-то 9, я его не собираю, правильно? То есть, как бы, даже любой бесполезный артефакт в той или иной ситуации становится полезным. Понимаешь? То есть именно полностью бесполезных артефактов нету. Знаешь, в одной из 100 игр ты будешь играть на снайпере, дефать трон 7 часов и купишь себе 4 рапира и аганим, понимаешь? И аганим будет хорошим артефактом. Но это ж не значит, что аганим, типа, это хороший артефакт на снайпер. Это помойка, но ситуации-то разные бывают. Это ж не значит, что этот артефакт вообще, он же в доту добавлен для чего-то, правильно? Значит, иногда может быть полезен. Что, думаешь, тебя никто не видит, блять? Хороший купол, может быть, поставишь уже его. Глянь, там СФ руки поднимает. Купол. Ебать они психи. Глянь, Войд за мной бежит. Мать продаст, но купол поставит. Ебать он ебошит. Вот это жесткий. Короче, Омник, тебе пизда, запомни. Я понял, в кого мне надо лететь. Типа, я в кого не лечу, он всех сейвит. Репелы, хилы. Я просто не хотел хейтить Омника, он вроде нормальный парень. Но... Хотя я его уже не захейчу, там пришел тролль и всех убил. И всех тупо убил. Надо просто в Омника прыгать и все, всегда. Все, минус трон. Блин, жалко чувака вот этого на Рике. Он уже вторую игру подряд проигрывает. Он в прошлой, как вы помните, на ВД играл. Че? Лайк тебе? Дашь мне лайк, бустера? Спасибо за игру, всем лайки, пацаны, конечно. Тролль хорош, да, тролль хорош. Тролль молодец. Он типа фармил, его не трогали, мы отвлекали, мы дрались, там на миде баталии чего стоили, на миде 3 на 3. Тролль в это время выфармил, сколько там, он 279. Кстати, у меня крипов столько же, сколько у тролля, по сути. Это немножечко странно, ну да ладно. Ого. Ого! А рыцарь хаоса выйдет погулять. Пришло сообщение, слышь, прикинь, что типа пришло $10 от тебя на PayPal. Оперативненько, оперативненько. Лимп Лебовский, спасибо за донат. Ну, я надеюсь, ты сегодня надолго на стриме, поэтому, возможно, и выйдет. Просто я не хочу брать ЦК, как в прошлый раз. Меня попросили взять ЦК, я его взял против Тинкера. Сейчас я даже найду тебе эту игру, чтобы, так сказать, доказать свои слова. Так сказать, не доказать, а подкрепить. Я бы так даже это назвал. То есть взял ЦК, абы как, вот просили. То есть я взял ЦК на last pick, чтобы ты понимал. Ну, я видел пик вражеский. То есть я вижу Лансера, которому ЦК ничего не делает. Вижу Бристлбека, которому ЦК ничего не делает. Вижу ВР-ку, которая в Виндране, ЦК ей ничего не делает. Вижу Тинкера, который покупает аганим, и ЦК вообще вместе с иллюзиями ни хрена не делает. И вижу Цемку, которую единственную я, наверное, могу убивать на коне. Вот, и я беру ЦК, и, естественно, посос начинается. Вот, поэтому спасибо за $10, Лимп Лебовский. Но ЦК возьму... Как зайдет, вот если он зайдет прям хорошо, если я буду это видеть, то я его возьму. Вот. Ну, не обещаю, что прям в следующей игре, потому что у меня сейчас немножко другой план есть, но если ты сегодня на стриме надолго, то большая вероятность, что на ЦК ты увидишь меня. Спасибо, что размял очко этого ебаного Байрона, войди всей его команды валетов. Чмок тебя в бибу. Спасибо, Саня, за 3 соточки. Да, Войт не так уж плохо играл. Ну, он, да, фейлил, но по сравнению с остальными игроками, он играл явно лучше, чем СФ, который 0 крипов за 3 минуты зафармил. Мурзиус, спасибо за 50 рубасов. Ты, походу, там поплыл. У тебя уже какие-то сообщения странные. Что будешь делать челлендж по Фуриону? Мурзиус, челлендж по Фуриону я, может быть, буду делать. Но, опять же,
попозже. Пока что у меня желание есть поиграть немножко на других персонажах. Вот. Спасибо, ребят, за донаты. Спасибо, ребят, всем, кто подписался. Сегодня куча подписчиков.